Приветствую вас, дорогие любители камня, на нашем канале «Уран Минерал». Для тех, кто меня не знает, меня зовут Катерина Корчагина, я руководитель «Уран Минерал». И вот после работы я записываю для вас какие-то просветительские видео. Кстати, если есть тема, которую я не осветила, но вы хотите ее узнать, да, пишите ее в комментариях, с удовольствием запишем для вас новые видео. Мы снова вернулись на YouTube. И тема сегодняшнего нашего разговора будет посвящена камням удачи, денежного потока, богатства и так далее. Если кто-то из вас слышал про чакротерапию, то именно камни желтого, рыжего, черно-красного цвета относятся к более низким чакрам, которые отвечают за энергию, за какие-то новые идеи, за удачу, за успех. Сегодня я освещу три камня. Сейчас я расскажу и буду очень сильно махать руками, что многим не нравится, но я не профессиональный блогер, у меня немножечко другая работа, а продолжу свое повествование. Я уже приготовила для вас витрину с образцами, и мы ее запишем поближе и покажем образцы, которые есть. Итак, сегодня мы будем с вами говорить про цитрин, про гранат и про тигровый глаз. Итак, начнем мы с вами с тигрового глаза. Я тоже здесь с вами присутствую в виде вот такой вот ручки-указки. Буду вам показывать. Тигровый глаз. Тигровый глаз – это у нас представитель кремнеземов, грубо говоря, брат кварца, имеет такой характерный золотистый цвет. Этим цветом он обязан оксиду железа. Здесь у нас, кстати, представлен тигрово-соколиный глаз. Здесь просто разные оксиды железа, какое-то дает окисление синий цвет, какое-то дает золотой. И переходная зона от тигрового к соколиному называется тигрово-соколиный глаз. На мой взгляд, это очень интересно и с точки зрения минералогии, и с точки зрения эстетики. То есть тигровый глаз помогает своим владельцам, ну, во-первых, слово «глаз», да, защититься от сглаза, от каких-то завистников. Очень такой брутальный по цвету камень, чаще всего его выбирают в подарок мужчинам. И вот вы видите, вот здесь, например, есть аксессуар флешка или четки, браслеты, где будет шарик без огранки, мужчины с удовольствием носят, то есть и сами покупают, и в подарок им покупают. Поэтому обязательно обратите внимание на тигровый глаз. Такие сувениры в форме пирамидки, например, или вот маятника, удачно будут на рабочем месте, и камень будет всегда в непосредственной близости от своего владельца и будет ему распределять вот свою силу, наполнять его энергией. Дальше мы двигаемся в сторону граната. Если кто-то продвинутый, да, то знает, что гранаты есть разные разновидности, там, например, гроссуляр, спессартин, уваровит, перо, пальмандин и так далее. Здесь я только некоторые образцы выложила, поскольку у нас не позволяют площади для видео. Но вот, например, такой вот рыжий, это у нас идет спессартин. Вот здесь вот у нас идут альмандины, как в кристаллах, так и в галтовке. Галтовка – это у нас шлифованная полированная галька. Здесь также все альмандины, это самый распространенный гранат, в основном он у нас идет из Индии. Вот здесь потрясающий образец – это уваровит. Это зеленый гранат, единственное месторождение которого на Урале. Он расположен недалеко от населенного пункта Сараны и назван в честь князя Уварова. По легенде, именно князь Уваров обратил внимание на этот минерал и возвел его в ранг поделочных камней, то есть им стали инкрустировать какую-то посуду, украшения и так далее. Кристаллы альмандина, вы видите, они такие крупные. А вот кристаллы уваровита редко когда достигают высотой больше там 1-2 мм. Поэтому зачастую, то есть его снимают щеточкой такой друзой и уже ставят в изделие. Гранат – это камень, который дает жизненную силу, жизненную энергию. А там уже дальше вы ее используете по вашим нуждам. Если мы говорим о богатстве, об успехе, то есть он дает бизнесменам сил, энергии, простым работникам, то есть дает шанс выполнить какие-то показатели, перед начальством себя хорошо проявить. В общем, это камень жизненных сил. Поэтому
Он будет хорошо подходить так же, как мужчина, потому что, видите, у него вот такой вот сдержанный темный цвет, без огранки, то есть он выглядит аккуратно. И для прекрасных дам, то есть большая вариация различных украшений. И самый такой, грубо говоря, попсовый камень, который все знают, да, в интернете, цитрин, камень богатства. Вот, но камнем богатства он обязан своему желтому цвету. Согласно чакротерапии, именно цитрин открывает денежные потоки человека и позволяет ему находить именно те сделки, встречи, вакансии, которые принесут ему наибольший достаток. То есть это камень, который позволяет вам выбрать, грубо говоря, то место и время, с которого у вас начнется какой-то вот именно финансовый успех. Цитрин довольно красивый, где-то вот, допустим, полупрозрачный, да, где-то вот здесь видите вы прозрачные бусины, вот здесь друза цитриновая, галтовка, браслеты, вот такие вот выколки из цитрина, тоже очень так интересно, брутально смотрится, поэтому вы можете любое изделие из этого камня выбрать на свой вкус, как себе, так и в подарок. Мужчинам, женщинам не имеет значения, то есть мы с удовольствием подберем для вас наиболее подходящий аксессуар или украшение, которое будет отвечать всем вашим запросам. Опять же таки, когда спрашивают, а вот это камень, что он сделает, да, камень денег, камень богатства, что я куплю камень и завтра я буду безмерно богат, к сожалению, нет, дорогие друзья, или к счастью, иначе бы у нас все были богаты, это привело бы к очень большой инфляции. Но суть заключается в том, что камень дает вам силы, он вам дает мотивацию вставать с утра, что-то делать, не отчаиваться, достигать новых высот, быть последовательным, быть упорным. У каждого камня есть, с точки зрения, да, науки, есть свое излучение. Электромагнитное излучение. У некоторых камней есть радиоактивное, положительное, отрицательное. Но наши данные три претендента имеют только электромагнитное излучение на человека, то есть они абсолютно безопасны. Камни, которые имеют другое излучение, радиоактивное, среди этих камней не представлены, но касаемо, да, урал-минерала, мы все камни проверяем профессиональными дозиметрами, то есть покупая здесь, будьте уверены, что они безопасны для вас. То есть здесь камень дает человеку энергию, дает человеку силы, плюс вот этот вот цвет, цвет у тигрового глаза и цитрина, цвет золота, он дает визуализацию вот этого богатства, потому что когда мы представляем себе богатство, мы представляем такой ларец, доверху набитый золотыми монетами. Поэтому что хочу сказать, камни действительно работают. Выбирайте аксессуары или украшения по вашему вкусу, мы вам с удовольствием поможем. Если есть какие-то вопросы, можете написать их в комментарии, а лучше пишите на WhatsApp на нашем сайте. До встречи, встретимся в новых видео.